Ну, мы это сделали. Сопротивлялись, ну, против наших нет покамест еще. Не родились такие. Я сюда, пацаны! Слава Украине! Был бой, крайний бой нашей. 2 часа в коридоре зажатый был со своим отделением. Но через 2 часа я со своим отделением, мы их сделали. Ну, шашлындос, шашлындос. У нас выезжает 1 танчик, 3 БМП на 5 танчиков. Чуваки в бег сразу. Работали машину с боеприпасами, была ихняя, ехала, и 2 танчика. 3 танчика, 1 тоже в трофейсе забрали. Вони біжали як миші. Біжали, бросали все. Техніку, своїх людей. Був навіть друг, якого поранили. Вони його застрелили, щоб просто вбігти. Так от подивитися і цілий день постояти, буде техніка кататися з буковкою Z. Коли ми зірвали Урал з БК, бахнуло так, що яма глибиною 2 метри, а шириною 5 метрів. Знищили 2 танки. Красная звезда, это, короче, газета вооруженных сил. Это типа официальный орган. Тут там весь мир, блядь, дрожит. Ну вот, от их немощи. Вот. Ми будемо боротися, поки ми живі. А коли нас не буде, будуть другі.